Выглядит. Вот так выглядит обыкновенная пиццерия. Самая-самая простая в самом простом районе. Вот так вот люди сидят, отдыхают. И, ну, пол нечистый, да. Пол нечистый, простые столы. По 20 баксов пицца. Можно посмотреть даже, что почем. Покажу сейчас. Там топпинги есть всякие разные. Сейчас покажу, какой, что почем. Интересно же? Что почем? Ну вот, такие цены. Бери, что хочешь. Есть какая-то акция у них, я понятия не имею, что они хотят. И вот, почем пицца? Ясно, да? Что 18,99 стоит средняя. Такие дела. Игровая комната. В этом самом заведении меняешь доллар на токены, покажешь токены, доча, на токены, и потом вот, пожалуйста, один токен, вот эта игра, два токена, вон та игра, вот та тоже, садишься на машине, два токена, здесь вот есть по 4 токена, такие, так, вот такая комнатка, и вроде аппараты есть, а дочь уже минут 10 туда-сюда и не может себе ничего выбрать, потому что все это, ну все это фигня для нас. Мы и покруче видели. Для нее даже не интересно, она бедная там мечется. Не знает, что выбрать.